ваша личная оценка поступка политического, да, вашего конкурента Павла Николаевича Крутилина? Стоп, стоп, стоп. Приостановимся. Вот. У нас тут посерединке человек с камерой. Профессиональная камера, профессиональный микрофон. Человек является явным оператором, помощником Собчак. Кто это такая? Смотрим. Бята Бубенец. Режиссер фильма «Выбор», который рассказывает о выборах в 2016 году. Кто спонсировался обществом «Открытая Россия». Да, ее же там упрекали в том, что она в свое время была «Единая Россия». Но это не точно, как говорится. Так, смотрим дальше. Я, во-первых, хочу сказать сразу. У нас у всех есть только один конкурент на этих выборах, который... А сзади Собчак находится активист ЛГБТ-движения, знаменитый журналист, ну, впрочем, знаменитый в очень узких кругах, но все же. Это товарищ Минаева. Да, у него была такая онлайн-передача в свое время, куда он приглашал и Сергея Удальцова, и некоторых других деятелей. Ну, такой полулиберальный активист. Всегда побеждает. Это Владимир Владимирович Путин. Поэтому давайте быть реальными. Да. И этот твой же родственник по совместительству. В данный момент мы просто закрепляем вот эту вот информацию, что всегда побеждает Путин. Это нужно вбить в мозги избирателей. Листами. Давайте наконец-таки говорить друг другу правду, особенно когда ты претендуешь на высший государственный пост. Особенно когда ты Ксения Собчак. Да. И когда тебе дано задание разобщить и дискредитировать выборы. И мне не нравится, что в том числе господин Грудинин эту правду не говорит, вешая лапшу на уши. Так, какую правду не говорит? О том, что он может собрать избирателей, в отличие от тебя, который хватает за уши дома 2, и которая ничего не может выдвинуть, никаких лозунгов даже грамотных, не говоря уже о программе. По поводу второго тура, возможной победы и так далее. Друзья, на этих выборах выиграет один кандидат. Это Владимир Владимирович Путин. Если хоть один человек вот в этой огромной аудитории, который думает иначе, что кто-то другой победит на этих выборах. Но вот я рада, что здесь все здоровые, психически вменяемые люди. Но зачем же врать? Как может кандидат в президенты начинать свою предвыборную кампанию со вранья и говорить, что я выйду во второй тур и всех буду побеждать? Это неправда, и он тоже это знает, так же, как это знаю я. Но только я вам говорю об этом честно. И говорю, что я иду на эти выборы для того, чтобы добиться пусть небольшой, но важной цели, чтобы нас просто услышали. Так, чтобы нас просто услышали. Ну, давайте разберемся, а чего же хочет Собчак? Так. Чего мы должны, собственно, услышать? Опа. Светская львица хочет легализовать коноплю и приватизировать госкорпорации.
будет делать кому или кем. Пересмотреть все законы, отменить все ограничения. О чем конкретно идет речь, она не сообщает. Опа! Оказывается, пункты политической реформы — это не программа, а проект Конституции о Ксении Собчак. Поплодируем, товарищ. Это аж целая Конституция. Это выгодно олигархам, невыгодно силовикам и госкорпорации. Ну, так, во-первых, что такое олигархи политические? Это бизнес, который сращивается с политикой. Все очень просто, ребят. Ну, а значит, в принципе, силовики и госкорпорации также могут быть представлены олигархами. Так, ладно. Ну, это, собственно, не программа, это так. Обозрение. Да, мамка. Итак, собственно, программа. Россия должна стать европейским, светским, демократическим, федеративным государством с рыночной экономикой, защищающей права и свободы граждан. Является неотъемлемой частью Европы географически, исторически и культурно. Мы должны жить согласно общеевропейским законам и ценностям. Именно такой путь обеспечит нам независимость и процветание. Нет, спешу тебя огорчить, Ксения. Именно такой путь обеспечит вам порабощение экономическое, в части ограничения своей законодательной деятельности, в частности, подчинение внутренним акторам, в части подчинения внешним акторам, вот, и независимость, какая независимость, от чего, собственно, это мы так и не выяснили с 90-х годов. В России должны быть созданы и защищены демократические институты, обеспечены разделение властей, гарантированы гражданские свободы, сменяемость власти и неприкосновенность частной собственности. Вот, собственно, Ксения Собчак открыто нам говорит, что она поддерживает такую систему, при которой Бурханыч или Абрамович имеют все права на любое отчуждение государственной собственности, на любое, скажем так, действия относительно объектов собственности промышленных. Вот. В частности, она поддерживает также залоговые аукционы, она поддерживает биткоиновые аукционы, которые грозят России полной скупкой ее активов промышленных. Так, далее. Мирные добрососедские отношения с другими странами — главный приоритет внешней политики России, благосостояние граждан — основная цель ее экономической политики. Тут как в анекдоте, как говорится, смотря каких граждан. Да, ну а по отношению к внешней политике России, я думаю, что, естественно, это уже понятно, что это возвращение Крыма. И это слияние с толпой лежащих ганглии западу стран, не буду уточнять, которые обеспечат в итоге коридор для поставки военной техники, для того, чтобы нанести удар в нужный момент на Россию. Так, ну, в том числе и та же самая крымская кампания связана именно с этим. Да, то есть так удобнее проводить корабли. Так, дальше. Смотрим. Все законные или подзаконные акты, так или иначе ограничивающие
права людей в зависимости от их политических и религиозных взглядов, пола, национальности, сексуальной ориентации, профессиональной деятельности или места проживания должны быть отменены. Так, секунду. Значит, в отношении профессиональной деятельности имеется ли в виду деятельность олигархов или деятельность простых рабочих, там, инженеров, которых вы, кстати, не намерены воспитывать дальше. Видимо, вы намерены идти дальше по принципу Дмитрия Медведева, идите в бизнес. Ну, по крайней мере, у вас здесь в программе это не указано. То есть, какие-то грамотные шаги в отношении ограничения вывоза капитала, в отношении сокращения отнимаемой у рабочих прибыли. Этого ничего здесь нету. Каким образом вы планируете в таких условиях личной свободы, которая идет в противовес с интересами государства, гарантировать благополучие граждан, я тоже не понимаю. Все ограничения, накладываемые на граждан России в связи с местом рождения, наличием иных гражданств, судимостей, прошлом и так далее, за исключением случаев национальной безопасности, должны быть отменены. Так, то есть, товарищ Макфол может свободно приезжать, делать здесь все, что хочет, в принципе. Может, наверное, даже принять российское гражданство. Ну, не конкретно товарищ Макфол, может быть, кто-то еще. Ну, двойное гражданство, это, естественно, всегда выгодно, когда человек пытается постраховать свое заднее место, что тоже очень характерно говорит о Ксении Собчак. Разделение властей. Переход к полноформатной парламентской демократии. Тут вопрос. А кто будет при тебе составлять большую часть парламентариев? И как ты с ними будешь договариваться? Вот существовало в свое время, значит, Речь Посполита, в которой каждый пан, да, каждый магнат мог объявить рокошь. Вот, видимо, Ксения хочет повторения этого сценария, который вызывал постоянные войны, постоянные склоки, закон принимали по 3-4 года. Видимо, вот это вот хочет Ксения Собчак. Законодательные на практике должны быть ограничены права всех силовых структур. Их руководство и финансирование должно быть максимально прозрачным, подотчетным парламенту и счетной палате. То есть опять-таки принцип такой охлократии. Да, то есть мы решаем, что данного человека будут судить или не будут судить, ну тогда всех надо, в принципе, сразу проголосовывать в парламенте. Возможно, досудить товарища Игоря Пупкина по такой-то статье. Это переложение, значит, какое-либо участие структур негосударственных, которые занимаются вопросами правозащиты, на парламент, на государственную структуру. Я думаю, это только утяжеляет жизнь государства. Ну вот тут 17-й пункт, да, который говорит нам о том, что необходимо законодательно на практике обеспечить равные условия доступа к выборам всех зарегистрированных партий, регистрация которых должна быть принципиально упрощена. В итоге, чем это выльется? Все мы знаем
принцип фашизма мнений, да, когда любое мнение не должно ущемлять чье-либо другое мнение и все это прочее. Это с одной стороны. А с другой стороны, знаете, как говорится, есть эффективное средство по замалчиванию какой-либо проблемы. Это эту проблему растиражировать на десятках, тысячах всяческих источников и забить ее просто количеством. Вот так же и здесь Ксения предлагает нам большой-большой такую большой папирус, где будет 250 партий, из которых мы будем вынуждены выбирать. Ну, это вообще идиотская модель, я считаю. Опять-таки, вот это вот голосование против всех. Значит, к чему это ведет все? Ну, к тому, что в любом случае более активные, более сознательные граждане, они отсекаются сразу моментом, и нужное мнение очень удобно будет продвигать тем людям, которым это нужно. Необходимо захоронить Ленина, законодательно запретить оправдание Сталина и репрессий 20-50-х годов 20 века. Ну, как у нас в Латвии, в принципе, да, то есть запретили все, разрушили, ничего сами не смогли создать ни в экономике, ни в политике. Вот, сами пригласили натовских оккупантов, которые вот сейчас, к счастью, пока что не запрещено называть их оккупантами, но политику проводят они более жесткую. Так что будем смотреть дальше. Я думаю, что если в России такой сценарий осуществится, это никоим образом не будет способствовать благополучию России. Ну вот, да, вот мы видим здесь, значит, уже 29 пункт, и здесь как раз-таки вот это вот принцип Речи Посполитой, это польского государства в свое время. Чем Польша закончила, где она побеждала, вы можете обратиться к любому учебнику истории и посмотреть просто. Разделение бюджета, которое ведет к тому, что, в принципе, в небольших районах это будет полный провал. В больших городах и центральных районах это будет более-менее нормально. Но, опять-таки, за счет кого? За счет других регионов. И это вызовет просто ненависть друг к другу. Ненависть друг к другу. Разделение силовых структур и бизнеса. Опять-таки, как ты, Ксюша, будешь это осуществлять в условиях частного предпринимательства и конкуренции, которая тем или иным способом все равно повлияет на государственные органы. Кто сильнее, тот и съел. Так, опять-таки, частный интерес, который главенствует при капитализме, этому будет всегда мешать.
То есть, или мы, как говорится, одеваем крестик, или снимаем трусы. Тут одно из двух. Хорошо, обратимся к экономике. Вот здесь вот у нас принцип, так называемый, Анатолия Вассермана, да, возмездная основа на основании независимых рыночных оценок. Давайте вспомним, что в свое время частные предприниматели, они, так сказать, приватизировали через государственный аппарат право у народа владеть собственностью. В свое время при СССР собственность находилась у народа. То есть, получается, что? Получается, вначале государство отняло эту собственность у народа и потом позволило ее приватизировать. Как говорится, второй игрок в воровской схеме. В этом плане любой отъем обратно государством собственности, ну, будет, по крайней мере, оправданным. Да, то есть, в том плане, что государство выступит таким регулятором, опять-таки, второй раз. И в этом плане отнять и поделить, это не совсем верно. Вернее, будет реквизировать обратно. Ну, если вы понимаете, о чем я говорю. Так, вот Грудинин выступает за планирование, за введение систематических учетов и всего прочего. Что мы видим у Ксении Собчак? За поэтапное, но радикальное изменение характера регулирования большинства отраслей производства и сферы услуг. И дальше что идет? Большинство правил техники безопасности, пожарных инструкций, требований санэпиднадзоров должны быть упрощены вплоть до отмены. Отлично, значит, мы будем есть очень классное, качественное мясо, очень качественные сальдельки, все прочее. Ну, наверное, отвечать за это будет тоже Ксения Собчак. Вот и вся экономическая программа, в принципе. Ставки страховых платежей работодателей, интересы работодателей на газ. То есть мы вместо того, чтобы обратить всю прибыль с природных ресурсов, как предлагает Грудинин, мы просто возьмем и немножечко повысим НДПИ на газ. Так, давайте посмотрим, обратимся немножко назад. Вот тут вот 68 пункт. Претензии, предъявляемые представителям бизнеса и компаниям со стороны государственных органов, должны рассматриваться вместе с вопросом об ответственности чиновников за ранее принятое решение, на основании которых действовали представители бизнеса. Ну, поскольку у нас частная инициатива и у нас рыночная экономика, я думаю, что в принципе... Также решение, на основании чего то или иное предприятие поступает в собственность, тоже является вполне обоснованными в данном контексте, да, то есть в рамках вот этой вот капиталистической экономики. Я думаю, что в данном случае это просто не больше, чем популизм и демагогия. Так, вот.
главное, одно из главных, скажем так, понятий, на основании чего вообще существует государство, это образование. Среднее образование должно давать равные стартовые возможности каждому ребенку, как хорошо. Только с учетом того, что некоторые потом поступают в ИТН, другие престижные университеты, а другие нет. Вот это вот равные стартовые возможности называется. То есть такая опять-таки демагогия. От идеологического диктата страны любых политических сил и институтов. Ну, стоит заметить, что институт капиталистического хозяйства, он уже так и так влился в школьную программу. А вот пункт 81. Несмотря на общенациональную полемику, мы считаем необходимым сохранение и развитие системы ЕГЭ. То есть стоит понять, к чему ведет Ксения Собчак, это вот такое разделение людей на более выгодных и менее выгодных для государства, ну точнее для капиталистического государства. Сразу становится понятно, куда в дальнейшем пойдут те люди, которые вот просто отучились, грубо говоря, и они понимают, что им дальше не выдвинуться, такие, ну, в отличие от Ксении Собчак. Министерство культуры должно быть упразднено, часть его функций может быть передана Министерству образования. То есть вопросы, которые сейчас рассматривают, в частности, Министерство культуры, это выделение денег на культурные проекты и все это прочее, должно быть просто влито в опять-таки школьную программу, которая не будет преследовать никакой цели, как-то образовывать, а будет просто давать знания, впихивать знания в голову. Гендерное равенство, опять-таки, которое в капиталистическом государстве, оно вполне, так сказать, успешно нереализуемо. Вот, при социализме данное равенство, оно исходит из самой модели, то есть мужчина, он, в принципе, равен женщине как рабочему. Но, опять-таки, при капитализме, мы вспомним хорошие фильмы «Игрушка» и «Увольнение заботных рук». То есть здесь уволить женщину можно всякими разными способами, так же, впрочем, как и мужчину. И обосновать это все очень спокойно. Экологически чистая энергетика – это требование Евросоюза, которое вызывает в итоге повышение налога на электричество ради обеспечения богатства некоторых, так скажем, предпринимателей вот этой области. Вот более ничего. Главная угроза не в военных приготовлениях НАТО. Ну, конечно, конечно, да. Все мы это видим. Вот этот пункт. Очень статусен, так сказать. Так, опять-таки частный интерес, который главенствует при капитализме, этому будет всегда мешать.
То есть, или мы, как говорится, одеваем крестик, или снимаем трусы. Тут одно из двух. Хорошо, обратимся к экономике. Вот здесь вот у нас принцип, так называемый, Анатолия Вассермана, да, возмездная основа на основании независимых рыночных оценок. Давайте вспомним, что в свое время частные предприниматели, они, так сказать, приватизировали через государственный аппарат право у народа владеть собственностью. В свое время при СССР собственность находилась у народа. То есть, получается, что? Получается, вначале государство отняло эту собственность у народа и потом позволило ее приватизировать. Как говорится, второй игрок в воровской схеме. В этом плане любой отъем обратно государством собственности, ну, будет, по крайней мере, оправданным. Да, то есть, в том плане, что государство выступит таким регулятором, опять-таки, второй раз. И в этом плане отнять и поделить, это не совсем верно. Вернее, будет реквизировать обратно. Ну, если вы понимаете, о чем я говорю. Так, вот Грудинин выступает за планирование, за введение систематических учетов и всего прочего. Что мы видим у Ксении Собчак? За поэтапное, но радикальное изменение характера регулирования большинства отраслей производства и сферы услуг. И дальше что идет? Большинство правил техники безопасности, пожарных инструкций, требований саннадзоров должны быть упрощены вплоть до отмены. Отлично, значит, мы будем есть очень классное, качественное мясо, очень качественные сардельки, все прочее. Ну, наверное, отвечать за это будет тоже Ксения Собчак. Вот и вся экономическая программа, в принципе. Ставки страховых платежей работодателей, интересы работодателей на газ. То есть мы вместо того, чтобы обратить всю прибыль с природных ресурсов, как предлагает Грудинин, мы просто возьмем и немножечко повысим НДПИ на газ. Так, давайте посмотрим, обратимся немножко назад. Вот тут вот 68 пункт. Претензии, предъявляемые представителям бизнеса и компаниям со стороны государственных органов, должны рассматриваться вместе с вопросом об ответственности чиновников за ранее принятое решение, на основании которых действовали представители бизнеса. Ну, поскольку у нас частная инициатива и у нас рыночная экономика, я думаю, что, в принципе, также решение, на основании чего то или иное предприятие поступает в собственность, тоже является вполне обоснованными в данном контексте, да, то есть в рамках вот этой вот капиталистической экономики. Я думаю, что в данном случае это просто не больше, чем популизм и демагогия. Так,
главное, одно из главных, скажем так, понятий, на основании чего вообще существует государство, образование. Среднее образование должно давать равные стартовые возможности каждому ребенку, как хорошо. Только с учетом того, что некоторые потом поступают в ИТН, другие престижные университеты, а другие нет. Вот это вот равные стартовые возможности называется. То есть такая опять-таки демагогия. От идеологического диктата страны любых политических сил и институтов. Ну, стоит заметить, что институт капиталистического хозяйства, он уже так и так влился в школьную программу. А вот пункт 81. Несмотря на общенациональную полемику, мы считаем необходимым сохранение и развитие системы ЕГЭ. То есть стоит понять, к чему ведет Ксения Собчак, это вот такое разделение людей на более выгодных и менее выгодных для государства, ну точнее для капиталистического государства. Сразу становится понятно, куда в дальнейшем пойдут те люди, которые вот просто отучились, грубо говоря, и они понимают, что им дальше не выдвинуться, таким, ну, в отличие от Ксении Собчак. Министерство культуры должно быть упразднено, часть его функций может быть передана Министерству образования. То есть вопросы, которые сейчас рассматривают, в частности, Министерство культуры, это выделение денег на культурные проекты и все это прочее, должно быть просто влито в опять-таки школьную программу, которая не будет преследовать никакой цели, как-то образовывать, а будет просто давать знания, впихивать знания в голову. Гендерное равенство, опять-таки, которое в капиталистическом государстве, оно вполне, так сказать, успешно нереализуемо. Вот, при социализме данное равенство, оно исходит из самой модели, то есть мужчина, он, в принципе, равен женщине как рабочему. Но, опять-таки, при капитализме, мы вспомним хорошие фильмы «Игрушка» и «Увольнение из опутных рук». То есть здесь уволить женщину можно всякими разными способами, так же, впрочем, как и мужчину. И обосновать это все очень спокойно. Экологически чистая энергетика – это требование Евросоюза, которое вызывает в итоге повышение налога на электричество ради обеспечения богатства некоторых, так скажем, предпринимателей вот этой области. Вот более ничего. Главная угроза не в военных приготовлениях НАТО. Ну, конечно, конечно, да. Все мы это видим. Вот этот пункт. Очень статусен, так сказать. Прекращение необъявленных войн и конфликтов.
Россия устала от войн, милитаризма и ситуации осажденной крепости, навязанных нам нынешней властью. Да, что ты говоришь, Ксения? Не надо ли? Мы должны прекратить гибридную войну, которую сейчас ведет наша страна на востоке Украины. Так, 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 секундочку, вспомним опять, возвратимся опять в Кубинец, да, вот этой вот гражданки. Знали, что мы существуем, что мы не согласны, и что у нас огромное количество проблем, которые мы хотим, чтобы государство... Он вам врет, это популизм. Вот, пожалуйста, у нее есть очень хороший фильм, называется «Чеченец». Можно даже пересмотреть. И лейтмотивом там идет такая мысль, что ты не сражаешься за свое государство, пес. Да? Вот. И, в принципе, атаки на чужое государство за место защиты своего. Можно вспомнить, например, добровольцев Унаунсо, которые ехали в Чечню и там сражались на чужой территории. Вот, видимо... Это не было в свое время нападением Украины на Россию, а сейчас же это является. То есть присутствие добровольцев России, которых не подготавливали в официально зарегистрированных лагерях на территории Украины. На территории России, то есть я хотел сказать, да? Вот. Не участвовали в этом силовые ведомства. Это, видимо, уже нападение. Референдум в Испании. Вот вспоминаем мы недавнюю историю, да, как Украина захочет проведение этого референдума. Ну вот, в принципе, и все. В отличие от чисто экономической и прагматической позиции Грудинина по вопросам, скажем так, снижения взимаемой со стороны предпринимателя ренты там и модернизации парка технологического для предприятия облегчения жизни рабочего страны Грудинина. Вот такая программа нам предоставляется. Так, кто у нас эксперты? Владислав Иноземцев, Станислав Белковский, Нечаев и Лукьянова. Вот. То есть, вот так вот. Вот эта гражданка, еще помимо всего, отличилась недавно скандалом с известным фильмом «Путь пули», да, на Артур-квесте, где она защищала войско АТО. Такой же самый буржуазный государственная машина, которая давит волеизъявление других граждан, которая... Вот эта вот гражданка так поддерживала в свое время в Чечне. Да, когда она говорила, что свободная страна, и граждане должны иметь возможность свободно высказывать свое мнение. Ну вот, в принципе, все, что мне хотелось сейчас сказать по Ксению Собчак, как кандидата в президенты. Я думаю, что все вы сделаете правильное решение по поводу клоунской позиции, по поводу настоящей экономической позиции и по поводу вот этого лозунга «против всех или за всех». На этом откланиваюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь.